Ну что, подруга, рассказывай, как выходные провела? Хорошо провела, весело. И погуляла, зашла в магазин, в котором мы присмотрели с тобой платье, мне помнишь? И что, купила? Да, купила. Ой, глаза загорелись, смотрю, куда ты собралась в нем? На свидание. А с кем? С тем парнем, с которым я познакомилась на прошлой неделе. А ты мне так фотографии-то его не показала? Не показала? Я думала, я тебе показала. Сейчас я тебе покажу. Ира, у меня интернет не работает. А что случилось? Сегодня отключали электричество, и так не работает интернет. А в техническую поддержку ты позвонила? Позвонила, сделала заявку. Монтёр завтра только придет. Давай попробуем разобраться. Тебе должны были оставить памятку на рабочем столе. Да, оставляли. Вот, смотри, вот здесь. А, вот она. Давай откроем. Если не работает интернет, нужно перезагрузить роутер. Давай перезагрузим. Как? Смотри, у тебя есть вот кнопка включение, выключение. Выключили. И включаем. Горит. Загорелся, да. Пробуй, проверяй. Так. Нет, интернет не работает. Так и нет, да? Давай попробуем проверить провода. Давай. Может быть, что-то отошло. Вынимаем кабель. И вставляем обратно. И все, да? Сейчас. Нет, не работает. А посмотри, у тебя Wi-Fi включен на ноутбуке? Да. Нет, не подключен. Так, что смотри, делать? У нас не горит индикатор. Давай. Это вот это вот, да? Да, Wi-Fi. Давай включим. Смотри, у нас где есть кнопочка? Кнопка. Вот это Wi-Fi. Нажимаем. Так. Вот, загорелся. Вот, загорелось. Проверяй. Нет, не работает. А почему? Монтёр должен был сохранить настройки. А где? Давай попробуем поискать. В адресной строке браузера вводим 192.168.1.1. Имя пользователя и пароль вводим админ. Далее заходим в раздел управления. Параметры настройки. Здесь нажимаем восстановление. Необходимо найти ранее сохраненные настройки. Обычно этот файл находится в папке «Памятка» на рабочем столе. И, кстати, да, запоминать не обязательно, вся информация есть в памятке. И проверяем интернет. Получилось, работает. Ну давай, показывай. Давай, сейчас тебе покажу. Сейчас на страничку зайду. Ну-ка, зацени. Какой хорошенький. Хорошенький, понравился, а да? Есть еще фотки?